Это самые полезные лайфхаки. Если на подошве белых кроссовок появились вот такие вот полоски, то избавиться от них нам поможет обычный ластик, который у всех есть в пенале. Посмотри, как просто он их стирает, и кроссовки теперь как новые. Если ты любишь перекусить чипсами, но терпеть не можешь эти крошки на руках, то чипсы можно брать с помощью палочек от суши, и также подойдут зубочистки. Лучше не делай это с телефоном. Оставлять телефон на зарядке на ночь. Особенно опасно это делать, если зарядка не оригинальная. Пока вы спите, телефон может загореться и также может деформировать аккумулятор. Если ваш телефон согнулся, немедленно уберите его от себя, он может взорваться. Не нужно брать телефон в ванную, пар и высокая влажность разрушают его детали. 5 признаков того, что вы гений. Первое, вы ложитесь поздно спать. Второе, вы очень ленивы. Третье, вы очень любите животных. Четвертое, у вас серые или карие глаза. Пятое, вы сомневаетесь в том, что вы гений. Фотографии, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять. Кажется, что эта лодка левитирует, но на самом деле здесь тень, которая просто создает такую иллюзию. Здесь кажется, что снег летает в воздухе, но на самом деле это замерзшее озеро, и все, что находится снизу, это просто отражение. А это выглядит, как будто это отверстие в другое измерение, а на самом деле это трещина во льду, которая отражает небо. Вы можете подумать, что это торнадо, но нет, присмотритесь, это всего лишь стая птиц. А здесь мужчина вымыл свою машину настолько хорошо, что она кажется невидимой.